привет моим друзьям, друзья Джон. Я готовлю сердечки из индейки. Такой нежненький сердечки. Здоровье они, видите, да? Нужно обрабатывать, короче. Надо все обрабатывать. Видите, какие они. Чуть-чуть все, и все, да, будет классно. Как хорошо птички поют. Весна наступает. Ну, уже тепло тут. Все хорошо. Здоровье, да, друзья Джонани? Жалко, что я много не нашел. Я бы готовил побольше. Ну, придумаю еще раз какой-нибудь хороший рецепт из сердечки. Так, друзья, я знаете, что решил? Как они здоровы, чтобы вкусно жарился, я их раскрою посерединке, да? Делаем ровно вот так. Все, и на шампур очень хорошо подходит. Все, как раз то, что надо. Все, вынимаем отсюда, там у меня 2-3 шампур, может, будет еще куриные сердечки. Будем попробовать, какой вкуснее. Ну, индейки здоровые, они хорошие. Думаю, вкусно будет еще. Еще вкуснее будет. Все, раскрываем так, ровно посерединке. И как раз будет он мариноваться вкуснее. Еще лучше будет мариноваться. Так, на 2 килограмма у меня я добавлю ликер из мускатного ореха. Ну, 4 столовые ложечку, да? Пищевая. Мускатный орех. Ну, как амаретто, знаете. Чуть-чуть на глаз добавим оливковое масло еще к нему. Все, мускатный орех будет перебивать все. Так, у меня еще соус чили остренький, друзья, джан, на глаз. Даже если остренько не любите, не надо добавить. Но, я думаю, немножко не помешает. Спец для курицы на глаз. Посолить это все на глаз тоже. Ну все, да? И хорошенько перемешивать, друзья. А вот теперь он будет впитываться внутрь, да? Знаете, да? Как раз то, что надо. Он очень вкусный маринад будет. Это уже пробовали. Оценку получили хорошую. И я вам советую. Классные сердечки такие, вахмамаджан, да? Друзья, джан, лучше руками делать, чтобы все весь в сердечках мариновался полностью. Так лучше будет, еще лучше, еще вкуснее получится у нас. Какой запах, уже не жарился, и уже запах бомбический. Знаете, что заметил? Никакой блогер никогда не говорит невкусно. Всегда у нас, у блогеров, вкусно получается. Действительно, знаете, в чем вкус? Когда душой готовишь, вкусно получится. Ну, иногда бывает, что не пересолит, или такое. Ну, все сделать надо душой, друзья же. Все у вас тоже, все вкусно получится. Все, друзья же, часа 3-4 пусть маринуется этот красавчик, а потом мы начнем снова. Все, моим друзьям, я уже, еще мой маринад такой вкусный. Так, мускатный орех, знаете, да, на 2 килограмма 4 чайные, ну, столовые ложку. Оливковое масло, да, друзья, острый перец чили, вот, по вкусу соль и специи для курицы. А лучший вариант еще хамели сунули, такой соль, такой специи очень вкусный. Тоже. И все. Перемешиваешь несколько часов. Даже можно лимон добавить, кому нравится. Но теперь моя работа началась. Ох, как вкусно. Честное слово, так вкусно пахнет, друзья. Аппетитные куски. Очень даже аппетитные. Из индейки, да, лучше раскрыть пополам. Куриные мало. Маленькие. Они пойдут сразу на шампур. А это лучше раскрывать. Татевичан.
Так. У меня две штуки больше осталось на этот шампур с куриным крылышком. Пойдет. Ничего страшного. Все равно вместе жарится это все. Все, друзья мои, остаток соуса, это очень вкусный соус на шампурах. Как думаете, вкуснятина будет, друзья? Все, скоро. Я ем танапур. Это мы делаем из мацуни и из пшеницы. Мацуни, знаете мацуни, наверное, друзья, да? Йогурт, да, типа как йогурт, но йогурта далеко до мацуни. И он очень вкусный. Ну, кстати, у меня видеоролик есть. Танапур спас по-армянски. Он очень вкусный. Тем более горячий, возле костра, ага, классно идет. Иванес? Как? Вонтес? Мой Иванес, мой помощник сегодня, мой старший внук. Ничего вот он. Все, друзья, Джон. Мелко надо резать перец чили. Еще. Но чуть-чуть остренько, чуть-чуть. Тут сейчас не тот сезон, чтобы слишком острый найти. И зеленый, да, еще чуть-чуть. Пусто. Ванес. Так, и перемешиваем сюда. Тут у меня немножко есть петрушки, лука, зерна гранатина и вот это. Все. Сделаем шавурму сегодня, короче. Друзья, все, перемешиваем все вместе. Места чуть-чуть маловато, но ничего страшного. Зато вкусно. Все, друзья, Джон. Все, мы начинаем уже. Мой маленький столчик. Красавчик, да? Посмотрите, какие красавчики это. Мои красавчики пошли на мангал. Ох, дымком. Дым уже пошел. Все. Все, друзья, Джон, я рецепт повторил два раза, да? Что за вкусный рецепт. Очень вкусный даже. Ох. Ой. Вот он очень сочно будет. Очень даже. Видно, да, какой цвет получается. Все, у меня будет шаурма сегодня. Классно. Все, открываем так. Сегодня он у меня очень острый. Это что получается? Вах, мамаджан, да, будет? Все, с аппетитом жду я. Вот, белое сухое вино, как обычно. Эти посуды, глиняные посуды, шампура скоро будет на канале уже, на сайте. Так что, если хотите приобрести, друзья, Джан, пожалуйста. Ссылка будет в описании. А шампура вот такие. Но еще лучше шампура. Вообще новый. Лаком покрыта весь деревянный част. Вот сюда лаком все полностью покрыто. Через две недели будет уже на сайте. У меня еще есть тандыр, движной тандыр есть, и мангали есть. Ну, а что-то отправки, это трудно уже. Все. Жарится медленно, медленно, медленно будет жариться. Что, почти готов, да? Красавчик наш. Это какой сочный, сок капает. Сейчас сочный должно быть.
Все, готов полностью, друзья. Все отлично, сердечки. Все, снимаем. Очень красиво выглядит. Очень красиво. Короче, один сердечко индейки, как 4-5 куриные. Все. Попробую один куриный. Вкусно. Можно очень. Индейку. Вот так. Это будет настоящий мой бортуч сегодня. И хватит на целый день. Все, друзья, вот так. Прямо рукой. Правильно? Так и надо будет. Классный вещь получилась, правильно? Ох. Ну все, как это вкусать теперь? Вот трудно это будет. Необъяснимый вкус, друзья, жена. Необъяснимый. Бомба. Друзья, срочно найдите сердечки из индейки и готовьте. Это лучше не бывает. Все, моим друзьям, спасибо большое. Спасибо вам. Все время всегда спасибо вам. Я желаю миру мир, здоровья и улыбка счастья, чтобы никто не заболел, никому ничего не было. Пусть будет мир, друзья, всего вам хорошего. Надо продолжать это такой красавчик, надо продолжать.